Друзья, всем добрый день. С вами тот самый турагент. Мы с вами находимся у отеля Трендилара. В этом видео я хочу вместе с вами погулять по территории отеля, показать его снаружи, внутри. Ну, друзья, если вы видели более идеальный пляж, чем этот, покажите мне его. Друзья, посмотрите, в каком уникальном месте мы с вами располагаемся. Ох, какой товарищ! Здесь будет полно народу. Ну что, пойдем погуляем. Лобби отеля Трендилара. Сразу нас встречает вот такая вот красота. Большое лобби. Огромные потолки. Высочайшие. Красивейшие люстры. Фонтаны. Лобби-бар. Пожалуйста, вам с алкогольными напитками импортного производства. Автомобили Kia представляют две новые модели в этом отеле. Нира и EV6. Это проходит конференция в этом отеле. Ну, давайте сразу начнем с лобби-бара. Здесь напиточки за доплату, которую можете заказать. Здесь можно посидеть, отдохнуть, заказать себе выпить. Или кофе, или чай. И все алкогольные напитки, которые здесь имеются в наличии, импортные. Итак, поехали. Мартини, Сафари, Беллис, Малибу, Альмека, Famous Grouse, Red Label, Jack Daniels, Jim Beam, Chivas, Gordon's, Абсолют Водка, Смирнов, Финляндия. Gordon's Pink – это с малина. Гавана Клаб трехлетний и водка Мандарин Абсолют. И это, я думаю, что еще далеко не все, что есть. Поэтому, как минимум, то, что я попросил, мне поставили. Вот такое здесь, конечно, большое лобби. Много пространства открытого. Есть веранда, но на любом этаже торговая галерея. Так, друзья, мы с вами находимся на нулевом этаже. Здесь располагается спа-центр, тренажерный зал. И бассейн внутренний. Здесь есть ювелирный салон, фотостудия, магазины одежды. Чуть пройдем дальше, и там будет уже главный ресторан. Завтрак, обед, ужин проводится там. А мы с вами пройдем, я вам покажу сейчас лобби. В том числе ресепшн, гест релейшн. Такой вот открывается у нас вид на ресепшн. Зарегистрируют вас здесь мальчики. Сразу за ним идут стоечки гест релейшн. Девчонки помогут вам разобраться со всем, что происходит в отеле. Очень красивое исполнение, конечно, лобби. Мне нравится то, что здесь много большого открытого пространства. Много воздуха. Давайте с вами будем на веранду и покажу вам, как отель выглядит с высоты. И вот такой первый вид. Первый вид на отель. Сразу видим бассейн, дорожки. Отель, конечно, зеленый. Приятная атмосфера здесь. Ну что, друзья, номер стандарт. Сайт Sea View отеля Трендилара. Заходим. Сразу перед нами с левой стороны ванная комната. Набор полотенец, зеркало с увеличительным стеклом. Вот такая вот большая раковина и набор для ухода за телом. С левой стороны у нас душ тропический, душевая кабина. Вот такая вот есть крючочек вызова помощи. Дальше с правой стороны у нас туалет. Раковина, непосредственно туалет, телефончик. Два халата висит здесь. Здесь у нас гардероб, довольно-таки вместительный гардероб. Вешалки, все есть. Зеркало, подушечка здесь есть. О, весы. Классно. С правой стороны у нас сейф. Сейф, естественно, бесплатный. Тапочки, набор для ухода за обувью. И здесь проходим сразу у нас чайный наборчик. Чайник, 1,5 литра воды. Вот такой вот обзорчик комнаты. Приятные тона. Кровать king size. Кровать односпальная для нашей малышки. Еще вот такая вот большая тахта. Давайте посмотрим мини-бар. В мини-баре у нас вода без газа, холодный чай, два пива, кола, фанта и газированная вода, а также сок вишневый и сок персиковый. Здесь у нас такая вот большая довольно-таки стоечка под телевизор. Рабочее место с торшерчиком, с лампой. Давайте пока выйдем на улицу, на балкончик. Так, ребят, ну, сайт Sea View называется этот номер, поэтому здесь боковой вид на море, бассейны, речка, по которой идет кораблик и отвозит гостей на пляж. Здесь у нас внизу ресторанчик, лобби. С правой стороны у нас вид на сосновый бор. Вот такой вот небольшой балкончик, есть все необходимое, сушилочка для вещей и два стульчика со столиком. Очень приятно здесь находиться. Хороший номер, хороший вид. Напоминаю, отель Трендилара, номер стандарт, сайт Sea View.
А сейчас я вам хочу показать кондитерскую, которая называется Эклер, которая также находится на нулевом этаже отеля Трендилара. Вот такая здесь приятная атмосфера. Смотрите, народу пока нет, она только что открылась. Она работает с 4 часов вечера. Что здесь у нас есть? Какие вкусняшки нам здесь предлагают? Печенюшки. Вот такие вот вкусняшки, пирожные с фруктами, эклеры с ананасами, с клубничкой. Ну, в общем, все, как мы любим. Также здесь чай, кофе, конечно же, есть. Давайте немножко прогуляемся по этому заведению. Естественно, есть выход на террасу. Можете посидеть на свежем воздухе, попить кофе, чай. Давайте подойдем. Тут еще один есть бар. Здесь есть пиво, кофе. Куча автоматов здесь стоят. Также алкоголь здесь есть. Безалкогольные напитки. И вот такая вот терраса. Эклер. Ну а мы с вами идем дальше. Так, ну что, друзья, продолжим знакомство с отелем Трендилара. И мы с вами заходим в спа-центр, который включает в себя в том числе фитнес-клуб с левой стороны, с правой стороны непосредственно спа. Давайте я вам хотя бы лобби этого спа покажу. Покажу цены на некоторые процедуры. Вы сможете вот так поставить на паузу и посмотреть, что и какие процедуры сколько стоят. Давайте мы с вами дальше пройдем, покажу вам фитнес-центр. Естественно, водичка бесплатная. Есть как велотренажеры, беговые дорожки, кардиотренажеры, силовые тренажеры. Все, что необходимо для занятий спорта, конечно, здесь есть. Вот так все это выглядит. Ну, а мы с вами выходим из фитнес-центра и отправляемся прямиком в бассейн. Бассейн здесь всегда подогревается, и зимой, и летом. Сейчас вода в бассейне 27 градусов. Бассейн выглядит вот так. Бассейн, да, примерно 30 метров в длину. Также спасательные принадлежности. Бассейн с видом на сад. Стеклянная крыша, что очень хорошо. Также здесь есть вот такая небольшая зона для самых маленьких лягушат. 30 сантиметров здесь всего-навсего глубина. Ну вот, ребят, это бассейн отеля Трендилара. На нулевом этаже есть доктор-центр. Не дай бог, если что-то случается, можете обратиться сюда. И мы с вами выходим на улицу из корпуса С. Корпус А, корпус Б и корпус С. Естественно, есть разные категории номеров. Стандартные, стандартные с видом на море, стандартные с частичным видом на море. Есть семейные дюплексы двухэтажные, также есть гарден-свиты, есть виллы на территории этого отеля. Система полотенец в этом отеле. Здесь при заселении вам на количество человек выдают карточки. Эти карточки вы меняете на полотенца, в течение дня вы можете их менять или же обратно получить свои карточки. Вот мы сейчас с вами находимся вот на таком кругу, в центре, грубо говоря. Возле мини-клуба есть площадочка небольшая с батутами. Вот такая вот. Здрасте. Так, у нас здесь, получается, ежедневно проводятся разные активити и занятия. Ага. Здесь вы детей регистрируете, записываете, с какого номера, фамилия и номер телефона родителей. Окей, пройдемте тогда. Здесь холодильничек с напитками для детей, водичка, молочко. Общая комната для игры. Здесь сразу с правой стороны у нас... Так, следующая комната. Боулинг, дартс, футболки красим и рисуем. Краски, палитра, все есть. Доска. Следующая комната. Здесь, наверное, подделки, да, какие-то? Пицца, печеньки, подделки, разноцветный картон. Слаймы делают. Так, бэби-клуб работает до какого часа? С 10 утра до 5. То есть последний момент это 5.15. До 5.30. Комната для сна. Интересно. Ну, навряд ли кто-то пользуется ей, да? Или пользуется? Редко. Редко пользуется, понятно.
Но все равно она имеется. Так, ну, естественно, два туалета, все рассчитано для детей. Также туалет и для пеленания детей здесь есть вот такой вот столик. Вот, ребят, такой вот детский клуб в отеле Trendy Lara. Аквапарк условно разделен на две зоны. Первая – это зона для более старших детей. Здесь зона вторая для более младших детей. Естественно, лайфгарды следят за порядком и за сохранением жизни ваших детей. Ну что, 7 горок. Есть открытые, есть закрытые. Сразу скажу, аквапарки не подогреваются. Ни этот не подогревается, ни взрослый. Поэтому будьте внимательны. Дальше окружают бассейны. Бассейнов тут много. 7 бассейнов, в том числе крытый бассейн. Общая площадь бассейнов 1200 квадратных метров, ребята. Это прилично. И мы с вами подходим к а-ля-картам. К а-ля-карт ресторанам. Сейчас перед вами мясной а-ля-карт ресторан. Цены на а-ля-карт рестораны... $10 со взрослого человека. Но есть один нюанс. Стейкхаус посетить можно за $20. Но там еще есть нюанс. Есть меню, специальное меню. Мясо сухой выдержки, вот как это так называется, да, оно уже идет за отдельную плату и стоит от $40. На детей, конечно, распространяются скидки с 6 до 12 лет, половина цены. До 6 лет дети бесплатно посещают. И мы с вами подошли уже в бистро или... снэк-бар. Вот так он выглядит. Полностью он на улице. Здесь повара готовят прямо на открытой кухне. Рядом есть бар. В барах наливают как импортный алкоголь, так и алкоголь местный. И мы с вами плавно приблизились к рыбному ресторану и к турецкому ресторану. Вот он перед вами турецкий, там дальше рыбный. Мы с вами подошли к снэк-бару. Да, кстати говоря, начинается это все вот с такого небольшого павильончика, где пекут пиде и гюзлиме. Давайте покажу. Вот такие вот пиде с сыром, пиде с мясом, зеленью, бюрек, пирожок и гюзлиме. Запекают прямо при вас. Дёнер крутится на гриле, работает до 15:00. Подают его в пиде. Далее гамбургерная. На гриле готовят булочки, добавляют топпинги, отдают вам. Далее сэндвичная. Ага, вон булочки лежат. Холодильничек. Дальше пицца. Пицца здесь есть и маргарита, и с мясом, и с овощами. Дальше пекут очень вкусные вафельки. До 17:00 также они работают. Много всяких топпингов для вафелек. И орешки. И, конечно же, мороженое. И немного фруктов. Ну что, друзья, очередной инсайт. Для вас. Ресторан еще закрыт, ужин еще не начался, но, естественно, я напросился для того, чтобы меня пустили. И мы начнем с вами, естественно, с супов. Чечевичный суп, далее суп Андалузия называется, хлебный рай. Здесь соусы, здесь мяско поджаривают. Такос, видимо, сегодня мексиканская вечеринка. Вот так вот это все выглядит. Интересно, мексиканская тема сегодня. Чипсы, соусы и дальше сладкие такосы. Итак. Кальмары тушеные. Поджаривают рыбку вот на таком гриле. Сюда ее выкладывают. На мармитик. Рис. Кебаб из котлет и баклажанов. Курица в соусе карри. Плов. Смотрите, это антрикот из говядины. Ну, прекрасно. Разворачиваемся. Здесь у нас салатный корнер. И турма. Ух, какой товарищ. Привет. Макароны с соусом карбонара. Соус болоньезе. Спагетти. Естественно, сыр, баранина, рулетик из баранины. Далее картошечка пюре. Далее запеченная индейка. Вот так вот соусы здесь стоят. Далее соус чили, кисло-сладкий, сливочный, соус барбекю, картошка фри, наггетсы куриные, гриль, овощи, опять картошка фри. Здесь у нас вок из курочки. Здесь также вок, жареные кабачки. Вот в таких вот сегодня батонах лежат холодные закуски. Дальше у нас салатики. Даже перечислять не буду, тут их целая куча, поэтому...
Просто посмотрите, если захотите, ставьте на паузу, рассматривайте их ближе. Холодные закуски, опять же. Здесь вот такой вот отдельный корнер с хлебушком, помидорчики нарезанные, специи там и так далее. Сырочек тут совершенно разнообразный. Салаты, нарезанные овощи, всякая разная зеленушечка. Дальше пошли салатики. Салатики даже с мандаринками. Бальзамический соус, чесночный соус, гранатовый соус, оливковое масло, уксус, соус песто. Все есть. Маслины, оливки, огурчики, соленья, перчик. Здесь есть зона 18+. То есть здесь отдыхают люди без детей. Пожалуйста. А здесь у нас вареная картошечка, рис. Еще вареная картошка, овощи также вареные. Здесь сате из овощей разнообразное. Вот такие здесь фруктики сезонные, хурма очень вкусная. Вот так все это украшено красиво, Трендилара надпись. Так, давайте по сладостям. Вот такие вот безумно вкусные, красивые здесь сладости. Их большое количество, перечислять их никакого смысла нет. Я понятия не имею, как они называются, они просто очень хорошо и красиво выглядят. Мороженое с карамельное, шоколадное, ванильное, клубничное, и в общем лимонное, и ванильное, в общем любое мороженое. Вот так вот оно выглядит. Давайте посмотрим, что сегодня у нас на гриль-зоне. А сегодня кебаб. О, кебаб. Туркиш кебаб. Адана кебаб, да. Вот, это очень круто. Это очень вкусно. Молодцы, гуд. Ну что, вот так, ребята. Такой вот вам практически инсайт ужина еще не открывшегося ресторана главного отеля Трендилара. Ужин начинается с 18:30. Все, я побегу накладывать что-нибудь для себя и встречать уже семью.